И в продолжение темы динамичного развития Верхневолжья в Твери состоялась встреча представителей китайской делегации с губернатором Игорем Руденей, на которой стороны обсуждали важнейшие направления сотрудничества. И по мнению нашего губернатора, взаимоотношения соответствуют будущему сотрудничеству духа, мысли и образа. Язык и общение – это очень важно и большой труд. Для того, чтобы лучше друг друга понимать, в информационно-библиотечном центре Тверского государственного университета состоялась торжественная церемония открытия Центра тестирования и изучения китайского языка. Тему продолжит наш корреспондент. Провинции Ляонин, КНР и Тверская область активно развивают сотрудничество по разным направлениям, в том числе в сфере образования. Соглашение с Шэньянским педагогическим университетом о совместной деятельности по созданию и обеспечению функционирования центра было заключено 12 апреля 2024 года, а уже 5 июня в Твери открылся Центр тестирования и изучения китайского языка. Два вуза будут взаимодействовать в плане обучение китайскому языку и, что немаловажно, тестирование. И теперь уже у жителей Твери и Тверской области нет никакой необходимости ездить в другие регионы, проходить тестирование и получать сертификаты. Сертификаты на знание китайского языка можно получить вот здесь, вот прямо в Тверском государственном университете. Сотрудничество двух вузов началось с совместной подготовки китайских аспирантов, потом продолжилось в сфере химии международного права. Делегация провинции Ляонин Китайской Народной Республики поблагодарила тверскую сторону за открытие центра, который поможет дать представление китайской культуре, литературе, знания о современном Китае. Сегодня это важное событие, мероприятие, именно церемония открытия центра обучения тексты. Китайского языка, открытого на базе Шэньянского университета КНР и Тверского государственного университета. Но данная платформа, это именно центр обучения и тестирования китайского языка, именно дается возможность студентам, начальникам, школьникам, для того, чтобы возможности учиться за рубежом, особенно в Китае. Центр тестирования и изучения китайского языка является структурным подразделением Института непрерывного образования ТВГУ. Он оснащен всем необходимым оборудованием для проведения занятий по китайскому языку. Процедура тестирования и обучения будет осуществляться преподавателями Шэньянского педагогического университета в дистанционном формате. Перспективы открываются прекрасные, не только дружеские отношения, но и, как мы видим, в сфере образования. То, что касается нашего Тверского госуниверситета, китайская сторона вышла к нам с предложением, мы горячо поддержали это предложение. Это взаимовыгодно и нам, и им, потому что желающих изучать китайский язык в городе много. Это показал опрос населения. Получать знания по китайскому языку смогут все желающие, от школьников до старшего поколения. Университет располагает тремя методиками преподавания китайского в зависимости от степени подготовки учащихся. На базе ТВГУ есть еще одно важное направление сотрудничества. У нас лежит на столе, подписано соглашение о реализации совместной сетевой образовательной программы по направлению подготовки аспирантов в области педагогики. Сетевая программа у нас две организации, базовая организация Тверской государственный университет, организация-участник Шэньянский педагогический университет. Начало учебного процесса запланировано на сентябрь текущего года. Набор обучающихся будет объявлен в июне. В университете рассчитывают, что центр внесет весомый вклад в развитие экономических, культурных и других связей с Китайской Народной Республикой и провинцией Ляонин.